Я хочу попробовать поэкспериментировать и заменить в таких китайских фонарях светодиоды на сразу, чтобы они были тепленького света. Привет, друзья! Сегодня распаковочки, посылочки. Посылочкой с города Донецк. Наши братья-славяне с Украины. И тут интересные штучки. Я еще сделаю выпуск про фонари. Фонари, которые используются и видеосвет для фотосъемочки. Вот. Это запчасти для того, чтобы сделать еще фонари. Простые китайские с легкой переработкой сделать в клевые фонарики. У меня есть дорогущий фонарь от фирмы Red Light, но он отвратительного качества. Он огромный, ненадежный, у него сразу поломался диммер, у него сразу сломалась кнопочка включения, у него мощность по соотношению с размером очень маленькая. И я пользуюсь сейчас другими фонарями китайского производства. Фонари вот такого плана, они очень маленькие, дешевые, надежные. Если этот фонарь стоит от 10 до 15 примерно тысяч рублей, то этот порядка 500 рублей. И с использованием желтого гелевого фильтра он не уступает ни мощности, ни качеству света вот этому фонарю. Но я хочу попробовать поэкспериментировать и заменить в таких китайских фонарях светодиоды на сразу, чтобы они были тепленького света, потому что в базовой комплектации здесь светодиоды холодного света, аж синят чуть-чуть. Это фирмы Cree светодиоды, которые изначально теплого света, вот 3000 и 3500 кельвина. Они качественные, именно такие, которые используются в фонарях такого плана. Собственно, это украинского производства. Они берут за основу китайский фонарь, меняют там светодиод, ставят вот такой какой-то полупрозрачный пластик матовый, ставят регулятор мощности, который в принципе не нужен, и комплектуют аккумуляторами. В процессе сборки-разборки здесь была нарушена кнопка, она плохо стала работать. И то ли нарушили, то ли изначально такой был регулятор, который очень барахлил. И в итоге я потратил достаточно большие деньги и получил плохой фонарь. При том, что плохая поддержка, я его ждал около полутора месяцев, и мне не могли нормально толково объяснить, когда, чего и что. Вот, ждите и все. Вот, в общем, ни качество, ни сервис у фонаря Red Light мне не понравился. Будем пробовать, в одном из следующих выпусков будем китайские дешевые фонари переделывать под теплый, приемлемый для фотографии свет. Я думаю, что все получится, потому что даже в базе с желтеньким фильтриком очень классно работает. А с классным светодиодом фирменным тем более заработает. Ждите таких экспериментов в следующем выпуске. Я все расскажу, покажу, дам ссылочки, где покупалось, и посчитаем, сколько это будет стоить. Я уверен, что раз в 10 дешевле, а то и еще дешевле, чем вот такие покупные Red Light-овские фонари. Спасибо за внимание. Пока!